Привет. С тобой сейчас разговаривает на самом деле довольно большой любитель анимации, мультиков, аниме и тому подобного. И знаете, у каждого из вас в голове возникала мысль, почему бы мне не создать собственный мультик? Нет, я сейчас не буду рассказывать свой путь становления аниматором и всякие такие штуки. Короче, у меня есть канон, который я продумывал уже несколько лет, и я решил наконец-таки сделать по нему веб-мультсериал и что-то типа такого. Контент я бросать не буду, то есть я продолжу рисовать какие-то картиночки, рисуночки, всякие такие штуки. Продолжу делать крутые видео с крутым монтажом именно на том же уровне, может даже выше. Думаю, со временем прокачаюсь. Если что, этот мультсериал это именно что адаптация того комикса, который я якобы начал. Помните? Я пару месяцев назад, я анонсировал, так сказать, свой комикс. И сказал, типа, вот, я уже несколько лет там придумал свой канон. Короче, там нарисована всего одна страница, и то не до конца. И, короче, решил я это перенести именно в видеополе, потому что там у меня на самом деле больше всего скилла. Потому что я этим занимаюсь по факту всю свою жизнь. Короче, первая серия этого, так сказать, шоу выйдет, ну, может, в ближайшее время. Я его не закончил. Короче, я выпустил трейлер, сделал 3D-графику, смонтировал всякие такие крутые штуки. Там именно что по сюжетке немного, там именно что по первой серии. Там именно что много спойлеров, но вы навряд ли их поймете. Да и сомневаюсь, что вы будете стопить, там искать какие-то там тайм-коды со всякими текстовыми вставками и вообще всякие такие штуки. Но если вы это сделаете, спасибо. При этом просмотра моего трейлера, моего будущего мультика. Надеюсь, вам понравилось. Да, он безумный, да и в принципе в моей манере. Я люблю безумие. Проще говоря, спасибо за внимание, я вас люблю. Увидимся в интернете.